Как видно из его прозвища, родился будущий авторитет в Ачимчире в 1971 году. В 90-е вовсю орудовал на территории Москвы, в 97-м задерживался с поддельным паспортом, но обошлось для него без последствий. В том же году был коронован тремя законниками – Буи, Арсеном Ачимчирским и Вольтером. Таким образом, Тенга стал соратником Тариэла Аньяни и Мираба Джангвиладзе, конфликтовавших со Асланом Усаяном. Карсагия активно участвовал в делах клана, он посещал сходки и был участником почти всех важных решений, а также неоднократно задерживался, однако все время как-то оказывался на свободе. Вместе со своими соратниками был задержан в 2008 на знаменитой сходке на теплоходе, когда вместо хасановских на переговоры явились силовики. В 2008 был арестован в Украине и депортирован в Россию. В том же году его задержали в Москве с наркотиками, но и здесь авторитет отделался простым штрафом. В 2010-м его вновь нашли в Украине местные силовики и отправили самолетом в Россию. Через 3 года московские оперативники задержали Тенгиза с поддельным паспортом, и опять суд ограничился лишь штрафом. Наконец, в 2015-м Карсагия все же исполнил предназначение истинного вора в законе и попал-таки в тюрьму. Его задержали с наркотиками в Москве, а суд приговорил к 3 годам. Вышел Тенга в 2018 на свободу, где и пребывает до сих пор.